Всем доброго времени суток, с вами Виктор Князев, автор блога «Начинающим пользователям компьютера». И сегодня мы с вами рассмотрим программу, которая называется PS Wizard, которая позволит нам узнать все характеристики нашего компьютера. Итак, вы получите ее в таком виде. Открываем, извлекаем этот архив и заходим в папочку. Вот эта программа, установочный файл. Запускаем этот файл. По умолчанию он русский. Далее здесь принимаем соглашение. Папочка в программ Philips идет. Нажимаем далее. Здесь соглашаемся. Меню пуск. И вот этот пункт, это бесплатный сканер. Я предпочитаю его не ставить, мне не нужен он на компьютере. И нажимаем далее. Здесь на рабочем столе создаем для всех пользователей ярлычок. Далее устанавливаем программу, и вот этот информационный лист нам не нужен, и запускаем ее. Вот в таком виде наша программка сейчас запустится. Сейчас она опрашивает наш компьютер, все собирает всю информацию по нему, и сразу мы увидим ее. Вот в этом окне, вот она, эта информация. То есть мы вот в таком виде можем сразу увидеть, по умолчанию она открывается именно во вкладочке «Железо» и «Общие сведения о системе». Здесь название материнской платы нашей, какой микропроцессор, какой процессор используется, физическая память какая, так называемая оперативная память, видеокарта и так далее. То есть вся информация о нашем компьютере сразу выводится в этом первом окне. То есть это то, для чего мы эту программку ставили, она сразу нам выдает в самом первой вкладочке. Кроме того, в этой программке есть вкладки конфигурации, которые позволяют не только рассмотреть саму операционную систему, всю информацию о ней взять, но также о DOS-е, о всех наших Internet Explorer и так далее, всех наших программах, которые есть в нашей системе. Мультимедиа, которая существует на данном устройстве и так далее. Далее, значит, есть здесь ресурсы, это более уже тонкие настройки, которые касаются непосредственно нашего железа. Ну и тест, возможность сделать тесты различные. То есть это уже те, кто в этом заинтересован, кто этими вещами пользуется, тот знает, как это сделать. То есть есть видео, различные видеотесты нашего компьютера. Итак, в этой вкладочке «Основное железо» здесь существует, кроме вот этой вкладочки «Общие сведения», еще возможность более детального изучения конкретного элемента, допустим, материнская плата или процессора, то есть вся информация по нашему процессору, или, допустим, видео. То есть здесь идет видеокарта и основные характеристики, ну и так далее. То есть все, что, все устройства, которые подключены на данном компьютере. То есть эта программа позволит вам полностью получить информацию о вашем компьютере и пользоваться ей тогда, когда вам необходимо, при работе с вашим ПК. Для тех, кто более детально и более конкретно хочет изучить свой компьютер, я предлагаю свой видеокурс «Компьютерным чайником нет». Ссылочка на этот видеокурс будет в этом видео и ниже под ним. Так что переходите, смотрите, и до новых встреч. С вами был Виктор Князев.